Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в заседании Госсовета. Он прошел сегодня в Кремле под руководством президента Владимира Путина. Темой встречи стало экологическое развитие страны. На сегодняшнем Госсовете также дали старт году экологии и особо охраняемых природных территорий, которым объявлен 2017-й. Владимир Путин поставил задачу за будущий год кардинально снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, в водоемы и в почву. Прежде всего, за счет внедрения доступных технологий в промышленность. Не хочется говорить, но не сказать об этом тоже нельзя. Каждый год в мире умирает только 7-8 миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздухопомещений. Это такие очень тяжелые, тревожные цифры. Это имеет прямое отношение к нашей стране. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей и до 15%.